Они – пример для остальных. В преддверии Дня города в Краснодаре вручили награды предпринимателям за лучшее оформление фасадов их заведений. Благодарственные письма администрации и гордумы получили руководители 19 предприятий потребительской сферы. Их архитекторы и эксперты отбирали в течение всего года. Конечно же, главным критерием оценки было бережное отношение к архитектуре кубанской столицы. Действительно, вы украшаете город Краснодар своим стилем, своим подходом, своим вниманием. Делаете это не только для себя. Я так считают и горожане, и считают очень большое количество туристов, которые приезжают в город Краснодар. Не только для себя, а для самого города. Это красота, это стиль, это столичный, европейский уже, современный стиль. Огромные слова благодарности вам за то, что вы не жалеете ни сил, ни средств для того, чтобы быть лучше, быть интереснее, красивее, развивать свой собственный бизнес. Мы готовы вас в этом поддерживать. Среди награжденных как руководители крупных торговых предприятий, так и индивидуальные предприниматели. По мнению комиссии, именно их вывески и фасады соответствуют не только архитектурным требованиям Краснодара, но и современным трендам в визуальном оформлении. Но главное, все бизнесмены понимают важность и необходимость следования правилам. Сначала, конечно, я был удивлен, что нужно столько внимания вокруг, мне казалось, элементарных вещей, но сейчас понимаю, сегодня очень много вывесок и фасадов, которые, наверное, оставляют желать лучшего. Поэтому это необходимая мера. В любом случае, администрация – это и есть свод правил. Нет смысла их нарушать. То есть лучше заранее быть предусмотрительным и не переделывать. За возвращение фасада здания в первозданный вид и уважительное отношение к нему, за создание уютной атмосферы, за современность и стильность, за умение быть не только заметными, но и аккуратными. Остается надеяться, что эти примеры такого подхода к оформлению станут безусловным правилом.